Шлема Алехон. Бнем тен мога бы, бедрайвен шлема Алехон, мен медитет Краснодар, Батрет Русия. А мохон илам я грантохон, умагабантохон, Жанна Юханова. Джоматхат чма ярхе, а водит веб-сайт Хагяна Атурая, Мунтилун, Камачехтат, Каматпектат, Хзмана, Амудала, Каджушинат Вирана, Тулькана Уйдал, Джошинат ряка-ряка, джошинат плаша, вина брака, хасама вина витая алатрат Русия, хасама хишина тревата хина, уани машина, хазмана лена, хазе уйдал лена дыя уйдал, уади дахтмари мунтиевах, раба мене мат пакахлу. У ани чма ярха, атли ясура амхабне умтан, Кад бхайла джо Асетия, джо Арашхета, млитат Асетия, млитат Владикавказ, ай бритат млитат Москола, у тулектела хзмано, тулектела хато, ахунвато, ади бетхам зимах амо, явахлун букара, у ахам якарта шамо иланина, хакя катан, бут бетуйте джану, бут Ташита джано, мадияла джано, у атли сора, кад амса хайрах кадаха мякарта, сабаб витала хамша шташан яла сурта, пештала бношу, джурвестала джубет я туйма, у лела бдая буд хизмано. Лах зитала лад пактла бие, у атли сора дахтмари амса хайрах кадаха мякарта. Здравствуйте! Здравствуйте, Нина! Я приветствую вас, очень рада видеть вас, очень рада общаться с вами. Вначале, пожалуйста, представьтесь, кто вы, ваше имя, фамилия, где вы родились, когда вы родились, а дальше уже пообщаемся поподробнее. Я Давидо Нина Ивановна, родилась в город Москва, 31 года рождения. Анашами или Нина Давидо, бритвен джом литет Моско, шитет Альпо, джамот Лайха. Расскажите, пожалуйста, как попали ваши родители в Россию? Как звали ваших родителей и откуда они? Ана Букаремон Мякарта Нина, Манина Ава Хаддай, Бабо Емо Шимане, Умичатиина Алатрат Руся. Папа Иван. Иван Давидо, ассириец. Мама Бас, тоже ассирийка. Давидо Бас, ассирийка. Родились, жили они в Иране, город Урмия. Там у них родился старший сын Мирза в 21-м году. Вскоре они выехали в Россию и поселились в город Москва. Баби Шему Ива Иван Давидо, Йемми Шему Ива Бас, Хиена Ани Джоум Дитет Урми, Джо Ирам, Шитет Альпо Аджамо Асриха, Бриел Джура Ахуни, Шему Ива Мирза, Мамбархада, Баби Йемми Уахуни, Тина Алмдитет Моско, Ухиена Джу Моско. А в Москве уже родились остальные дети? В Москве, значит, в 1924 году родился брат Чан. Шитетал поча мосриарпа бриеле охина ахуни шему ива Чан. В 28 году родилась сестра Зина. Шитетал поча мосритмания бритала хати Зина. В 31 году родилась я, Давидо Нина. Ушитетал по Чамотлайха Бритеван Ана, Шами Дахтмери или Нина. Родителей я своих не помню. Слишком маленькая была. Нас с сестрой Зиной сдали в разные детские дома. Я попала в детдом имени Горького. В какой детдом попала Зина, я не знаю. В каком году умерли ваши родители? Что я не помню, я их даже не представляю, я совершенно не помню, ни маму, ни папу.
Видимо, слишком раннем возрасте маленькой, наверное, была. Вот. А когда... А вы что-то говорили насчет 37-го года? А, это уже когда я встретила дальнюю родственнику, как она мне сказала, что она по линии отца, это она мне сказала, что папа у вас умер в 37-м году. Ана раба суртенва, аваги лен бетхаре, аваги муньихна, адахт ана тахмунва, мы каме тамуньихтала ями, умамбар хада баби. У ана у хати зина сурхва, у катан швикана джо бетятуйма. Ина мякартанина раба суртва, айн лева бакрая джо мадраша, айн швикона джо хабетятуйма. Ина хатхо, кат ива бишене буждурта, бакраева джо мадраса, ай шудруна хадуш тахита, сабаб тама отфа мадраса. У отха пришена ман уйдал, у лена ды уйдала. У хаха змита... Это мне карта Зина, карта Мамбархач Машинанит Пикова Муйдал, Джом Дитет Москоу, Рыка Хазманана Мануйдала, Айн Като Мртеле, Кат Бабах Мунихала Шитетал Поча Мотлай Шава. Как сложилась дальше ваша судьба? Это, я не сказала, на какой улице мы родились в городе Москва. Мы родились в город Москва, Среднетишинский переулок, дом 21, комната 4 Краснопресненского района. Мякартанина мара обдаёла адрес и четкатхина джумдитет Москов. У ади ана аха адрес бетчетфана джудаха хурзадиян кат чула амси хази у самазо дабне Москов хазила аха адрес бетчет амси хайрикатан. Тетя Нина, скажите, пожалуйста, что случилось дальше? Как сложилась ваша судьба? В 41-м году, когда началась война, все детдома были эвакуированы с Москвы, в том числе и наш детдом. Наш детдом попал в Башкирию, это село Ляхово. Видимо, 39, это наш детдом так, наверное, назывался. Все же детдома под номерами, наверное, были. И поэтому вот Башкирия, село Ляхово, детдом номер 39. Амдан шурыла плаша трияна, шитетар по чамуар пиха. Курбабет Москов, алманая матева, хадарванат Москов. У чулы мадраши, бетиатуймы, ураба-раба, алма. Пултелун мен мдита, люблелун налведар, люблелун бушрика, нойбет Сибирия, у приша-приша дучнана. Сабаб плаша и вараба хайлана, чмат масайва, хучма алма палутува, манджудани джурам динате. У бетьятуй мэткат ичет ива мекартанина, любелун джу республика Башкирия, у джухамата, у тама хиина, тама корьина, харде данат плаша прикали. А после войны вы там и остались? Вас не вернули обратно в Москву? Нет, нет, после войны настали... По истечению 17 лет отправляли в детдом, на работу. Но когда меня отправили, то была комиссия, отправили в город Струнино. Была комиссия, и медработник почему-то признал, что я слишком еще не гожусь, и меня опять отправили в детдом. Вот. Так что там я еще года два пожила, а потом уже вот в Уфу. Направили в Уфу, в Уфе жили в общежитии, и работала я ученицей на швейной фабрике. У меня даже есть эта карточка, ну, мало ли что, какие сомнения, что все год, все там указано. Все мы же дома... Мадраса, джубет ятуйма, шудрена ания люпы, шадуре валпюхана, у мякартанина шудрена мдитет Уфа, у тама лептела хьюта, витла бахьята, у пельхана. А после вы уехали в Таджикистан, да? Просто волей судьбы попали в Таджикистан. Угу. Вот. И жили в Таджикистане по 1994 года, пока не началась гражданская война.
Умам Бархада Мякарта Нина Ам Хабурято Хишина Таджикистан У Хальшита Тарпо Чамо Ачи Арпа Хитала Тама Джумдахам Джумдита Душамбе Тама Плехтала Виоле Бета. Вот. И в 94 году, значит, началась гражданская война. И куда ехать? Надо было бы, конечно, в Москву, там я добилась бы, потому что у меня и я там потеряла квартиру. Теперь в 94 году опять приходится бросать квартиру и куда. И вот попали в Северную Осетию. И живем в город Владикавказ. Мамбар Мшарет от Плаша Джу Туркмения. Шитет Альподжа Моджиарпа. Ахнан Вилан Межбур Мантама Палтахва. У Ана Убрати Тилан Республика Владикавказ, Республика Осетия, Млитет Владикавказ, Убахай Вахлеха, Сурта Яла Сурта Пешлила Баба Яма, Пешлила Бета, Джбет Ятуима, Мамбар Хада Хатхашин Плехли, Увияли Бета Учулеманди, У Мадре Пешлила Бета, Рекли, Манплаша, Тили Леха, Улеха Адилетли Бета, Уатха Бахай Вахана Брати, Утли Сурта Навичта. Скажите, пожалуйста, что вы узнали о своих родственниках? Вы мне говорили, что вы с кем-то там общались, и вам нашли данные о ваших родственниках. Вы же не знали, кто вы такая до того времени? Конечно. В детдоме мне даже написали, что армянка. Но я стала разыскивать, просто стала разыскивать, и мне написали: папа ассириец, мама ассирийка. Представляете? И тут же я в милиции хорошая моя знакомая работала, я, как в милиции, подробно все опишут. Я попросила, чтобы она в архиве поискала. И вот там она узнает в архиве, что брат мой Чан выехал в Донецк, а Мирзу якобы посадили. Вот, я о судьбе Мирзы и Чана. И еще она мне сказала, что мы очень богаты родственниками со стороны отца, что даже она нам доходится родственницей. Это кто вам сказал? Аня Бахтиян. Аня Бахтиян, так как кроме ее я еще Рома даму узнала, но она умерла, она бы много мне помогла, конечно. Она даже хотела, чтобы я с ней выехала в село Урмия, которое вот здесь находится. Ну вот. Чуле хают я на витан. Тавуя Бархазмани, Бытан Ятанана Маниван, Мичеван, Шиманат Авахи, у джу документа ди, джу бетятуйма, чтивва катана Ивана Рамнета, у хэл деданат катвили джурта, пурмылы, аналян вабдая кат анаманиван, тахмунан вакат Ивана Рамнета, у джу Таджикистан амха Бахта амха парсупа, тпекли, умзабли, умари, като тлетха проблем, като бяйн ята на наманиван, айн ху иртала, към я картанина, у мен аршивът мдитит Москва, му чехтела документа, и че като чтивава, като бабо у емо, манина, шемане, у като ани ина атурая, като ина плита мен урми, като тля хатфай, хата утря хунвата, у бихаярта даха парсупам, я картанина хаштела мдитит Москва, у тамат пыктела амха атурета, аля манахла айму нихтела, у аймут пыктола биха атурета хита, шемо ива Анна Бахтирян, у ай мэра кат ахнанива хызмана, раб мрэка хызмана вах, манджибит баба, у мэра кат бабах муни хадашит от лайшава, у кат ахун ватах ха ахуна сура чам хишл атрат Украина, мдит Донецк, мэра кат ахун ахтамалы, ина ахуно мэрза, пишел двика джодусах, лэмда джинайта видела, му видела у двикуна. У хина базе мя картанина хэл ади хамдилела шмыта у лела бдая.
А что случилось с Зиной? Вы говорили, она тоже была в Москве, да? Она в 1948 году приезжала в Москву с ребенком, с сыном. Сын умер, это по словам Бахтериан. Вот. И она тоже сказала, она прописалась там, где мы были прописаны, потом выписалась и тоже якобы указала на бланке, что она едет в город, где, Донецк. В Донецк, к дяде, там, где живет брат. Но ни в Донецке, нигде, ничего. И якобы потом опять ее Аня Бахтерян видела в Москве. Аня Бахтерян или Жанна Бахтерян? А, это Аня. А Жанна – это ее дочка. Это ее дочка, да. Вот. Шитет альпочамо арпит меня, хатет мя карта Нина Зина, тител алдитет Москов, тител джудо бетет ичет катвина бхая халдедана ам авахе, тпектела би дани атурая катвина тама бхая, у тама вина раба атурая бхая. У тпектела амда мя карта Анна Бахтирян, Бахтирян или фамилия Джоро, Джвертеварная. У ай тпектела Зина, тпектела ам Аня Бахтирян. У Зина отфала сура, яла сура Бруна. У Анна харта камя карта Нина, мэрэ кад Бруна тхатах муньяхва, сура вараба, марилу умитэлэ. У Зина пештева тама ношо, хачмадана хила, джудо бэтэ джане. У мабар хада мэртэла пешан лэхаму одэн, бар ахуни хишэл Донецк, у тама этлан хызма, уб анаб тазан тама, чис ахуни, чис хызмани. И больше вы ничего сказать не можете о своих родных. Она нам прислала, вот эта Аня, прислала в токарточку, где Зина как раз после детдома, ну ей уже было 20 лет, видимо, она в 17 выпускает, где она у них на похоронах. Она мне эту токарточку прислала. У Анна Бахтерян ювелтела к мякартанина хадана шекля, и читкат иля Зина, а мы ему и дала, а мы бетуйтет Анна. Мы бар плаша, амдан Зина титела Моско, виена тама лемда тамартет мани витела, у ани тама к пишева чуле муйдал, у мумхиена хадана шекля, у тама ам чуле муйдал итен Зина. Курбабата срешенного ай эдана. Они чули шечлет кат мя карта Нина кати ювелтела, она бут маслиянун, джухагяна атурая, бет четфенун чули шемане, кат амсах ятах, амсах мачхахлун, энд пар супет кат бдайена баздани хизмана, я хизьена, я хамен дишемьена. Уадьяна блишана урсная датанян, к хаянат Москву, кат уб ани парми, дорогие москвичи, я сейчас обращаюсь к вам. Если кто из вас что-то знает, владеет какой-то информацией об Жанне Бахтерян, дочке Анны Бахтерян, они только владели информацией о семье Нины Давидо, и только Жанна Бахтерян может нам помочь узнать правду, узнать хоть какие-то подробности об этой семье и, может быть, помочь нам найти детей Зины и Чана, которые уехали в Донецк. Или, если они живы, узнать о них хоть что-нибудь. Что еще, какая информация важная у вас есть, чтобы мы не упустили ничего? Ну, вот вроде все, просто я не знаю. Я хочу обратиться ко всем ассирийцам, России, живущим в России и за пределами России. Может быть, я просто прошу помочь. Не волнуйтесь. Может быть, кто-то что-то знает, потому что мы живем здесь без прописки. Без места жительства и 20 с лишним лет, как вынужденные переселенцы. Просто вот так. Мы надеемся, что нам помогут. Дорогие наши слушатели, я немного дам информацию, которой я владею, и скажу это на двух языках, чтобы все поняли.
Бнем тен мухаба ади ана бетхам заман птре лишана, от лишана тура снаю, от лишана диян, кат чуле пармайкатан, кат чумат ана бдаян бутме картанина, амсан мамтаяна алнатат чуле, о кабне Моско самазода, бальчат ани шамы аха хурзадиян хазиле, о амсы хайры катан, Ани хачмайерхы, ана чалушыван, жарубыван хайран камя картанина, кама чахтат хызмано, ина лелавая, бдаевах шимана, бдаевах чулеманди, бдаевах адреси читхиена, бдаевах амдана бирьена, чулеманди, бдаевах, ина лех мачухе, ани парсупы, хамандиет хаджабанала, Раба зижа махитен алмдитет Моско, ка приша парсупа, ам раба парсупа гумзымтаван, ам хаянат Моско, кад виена, кад бирина джумдитау, хама шахиена тама, ам данихина, кад мамбархатет хиена алмдитет Моско, ам приша парсупа гумзымтаван, у кати мирун, кад бидаха адрес, кад ювелтола кати имя картанина, Виена бхая джилвай. Сабаб ана хамашам дан хамзуманва, букара ваданва, маранва, катур маджинайна, атянат урмина, кати мирун, кат бидаха адрес, бая тишинский, алулат тишинский, виена бхая джилвай. Урмаджинай тамалена вия бхая. У ана тахмунаван, кат баба имат мякартанина, катиена мен урми, Алмдитет Моско, ари тиина шитет альпо чамо асритре, ян асритла. Сабаб Бруне Мирза бирьелджу урми, шитет асриха, о Бруне Хина бирьелджу шитет асри арпа, джумдитет Моско. Ян асритре, ян асритла, ани мацина алмдитет Моско. Ина мэнкэм дай, чоя данат ряка-ряка, шитет хамшасар-шавасар, ани мэн турки тиина ал урми, Увиена джильвая, ля урмаджиная, мабархада ман урми тиена ал Моско. Ухиена тама и четвиена бхая джильвая. У мамдаха зода ана далитли хамутанута, псорован, кат ади катан башмайена анпарсупут, кат амсы хайры катан. Ади птанян лишана турусная, кахаянат Моско. Дорогие москвичи, по той информации, которой я владею, Иван и Бас Давидо попали в Россию или в 22-м, или в 23-м году, так как старший сын у них родился в Иране в 21-м году, а второй сын родился уже в Москве в 24-м году. По информации, которая у меня есть, Среднетишинский переулок, жило много ассирийцев. Они были не урмийцы, они джильваи, и это мне сказали москвичи, с которыми я общалась. Я обзвонила очень много ассирийцев в Москве, и все они единогласно сказали, что там жили джильваи. Поэтому мы сделали вывод, что Иван и его супруга Бас были выходцами из Джилю, из Турции, и в 15-17 году, когда была резня, из Турции многие бежали в Иран, они попали в Иран, и после этого уже с Ирана они попали в Россию, поэтому мы подумали, что они урмийские, урмижная. Но гражданство у них было иранское, они были иранско-подданными. Пожалуйста, кто сейчас нас видит и слышит, если у вас есть информация об ассирийцах, которые жили на Тишинке, об Жанне Бахтерян, помогите нам, пишите нам, звоните нам, можете дать информацию Каша Самана в Москве, можете дать информацию Шамаша Беньямин в Москве, можете написать мне в Фейсбуке, в Однокласснике, на нашем сайте. Любым способом мы примем от вас любую информацию. Ну что, тетя Нина, будем надеяться? Будем надеяться. Спасибо вам большое. Сейчас я с вами прощаюсь. И надеюсь, что в ближайшее время у нас появится информация о ваших родных. Вам большое спасибо.
Большое спасибо, что вы так любите ассирийский народ, что вы так о нем заботитесь. И всем, кто поможет и не поможет, всему ассирийскому народу спасибо. هایی بازیم چولا طورایه و الان آتورن و رابا بغدایوان کتانا دایوان آتوریتا عدی بشوکو خونی وقت بشینا و بسورا وقت گلت جوداتید بد قبلخ خامد آنوتا بد یتا خامندی بود خزمانت میکرتنینا پوشم بشینا